Отак приблизно ведемо спостереження постійно. Вон видно їхній прапор. Трьохколорний їхній, цей чорний, синій і малиновий. Оттуда прошлым вечером и стреляли боевики из СПГ противотанкового гранатомета в сторону украинских позиций перед Майорском, крайним населенным пунктом подконтрольным Украине на Бахмутской трассе. Бо якраз був на чергуванні, і перше пішло. Два недольота було, третє СПГ перелетіло, але не взірвалося. Але так само було направлено в сторону наших позицій. Перед вражеским обстрілом була повна тишина. Навіть профілактичний постріл зеленки, ну, це нормальна практика любої армії, так? Майже не робилося. Тобто зненацька, ребята, получите. Вони закриваються клапан, тоді вони починають працювати. БМП, копійка, БХ є. СПГ є в них. Клапан на языке военных – пропускной блокпост. Именно там боевики и держат свое тяжелое вооружение. Сложнее всего пехотинцам приходится утром, когда российские наемники бьют по соседнему селу Зайцево. Они начинают с копейки по них работать, пулеметы, стрелкотня, автоматы такие. СПГ тоже летят в их сторону. Они не могут просто дать відповідь. Бо люди вже знаходяться тут на території. Это нульовий блокпост КПВВ Зайцево, где с 8 до 5 беспрерывным потоком линию разграничения пересекают люди. Одни едут на подконтрольную территорию Украины, другие возвращаются оттуда к себе домой, на захваченную боевиками территорию. Почти каждый день линию разграничения в этом месте пересекают до 5-7 тысяч человек. Большинство – пенсионеры. От нищеты, пенсии за пенсией. Работали для Украины, на Украину. Ее закрывают, обратно открываем. Но живем середина на середину. Как же? И там, комнату, и да? Тут. Ну а где там дом? Ну где? Вот например, я приду, ну дайте мне комнату, я буду там жить. Ну где я там буду жить, правильно? Здесь я родилась и заработала квартиру, правильно? Часть полученных гривен сразу тратят на продукты. Мясо и молоко в Украине гораздо дешевле. Конечно, с продуктами, а как же? Почему с продуктами здесь покупаете продукты? А за что я куплю? За те 2000, которые мне дают? Какие? Ну, ДНРовские. Это... Можно купить, ну правильно, буханку хлеба и пачку соли. Единицы все же отваживаются уже под украинским флагом признаться. С нетерпением ждут освобождения от захватчиков. Но лица прячут, остерегаются расправы в оккупации. То, что вы покажете, а потом мне там не жить. Да, боюсь. Бо мені туди їхати, у сім'ю. Що вони можуть зробити? Ірина Баглай, Даніель Косаковський, Євгеній Малярчук. Подробності – телеканал «Інтер» із Донецької області.